Наконец-то ты пришла в себя. Что это значит, не ела со вчерашнего дня? Ну, я... Ты хочешь сказать, что получила плохие оценки, и мама оставила тебя без еды? Нет, просто со вчерашнего дня я сижу на диете. На диете? А что тут смешного? Ты меня извини, но, по-моему, тебе надо потолстеть, а не сидеть на диете. Что? Мне больше нравятся пухленькие девочки, чем худые, как спички. Ты это правда говоришь? Как здорово! Мне все равно. Мотоки сказал, что любит пухленьких девочек. Банни. Мне кажется, что ты совершаешь ошибку. Ошибку? Он же сказал, что любит пухленьких девочек, а не толстых. Ладно, забудь об этом.